Это Смарт. Алло, мама, это я, твой сын Боря. Не Горя, а Боря. Ничего не стряслось. Почему звоню? Тут по телевизору показали двух птичек в гнезде. А потом написали, позвоните родителям. По телевизору показали двух птичек в гнезде. Потом написали, позвоните родителям. А что сказать, не сказали? Так им лишь бы ляпнуть. Две птички. Да не окорочка, а целые. Да не куры маленькие, только вылупились. Что не покупать? Ужариться нечего будет есть. Так их не продают, просто показали двух птичек, написали. Они вырастут и забудут родителей. А вы спрашиваете, помните? Ну вот я вспомнил и звоню. Ну, птенцы-то глупые, я соображаю. У них вот такая головка, у меня как бочка, мысли гуляют. И память у меня лучше, уж два слова-то я запомню. Позвоните родителям. Чего? Что, не покупала, не получала пенсию? А что мне твоя пенсия, на которой можно купить три пары носков? Носки не покупать, принести старые ты заштопаешь? Ага, ты мне в прошлый раз заштопала. Штопки держатся, носки износились. Да вы же турецкий, как презерватив. Ну, одноразовый. Ну, мама, при чем тут носки? Я тебе объясняю. По телевизору показали двух птенцов. Да, с открытыми клювами. Да у них рот больше головы. Они же голодные жрать хотят. Я был такой же. Когда спал, твою грудь со рта не вынимал. Но теперь тоже вынул. Я сразу звоню. Ну, потому что сказали, позвоните родителям. Чего ты ко мне пристала? Какой обед? Ага, мама, я поеду к тебе кушать обед на другой конец города. Да я пока вернусь, опять проголодаюсь. Да ну ладно, мама, ну что ты? Ну я же не маленький, у меня уже нету четырех зубов. Не молочных, мясных. Да вы же объявляли это, употребляйте жевательную резинку Дирол. Да у меня четыре зуба от Диролев. Мама, ну что ты хочешь? Потому что птички настучали. Птички улетели, а я остаюсь с тобой. Да не нужен мне детский панадол. Да ничего не болит. Да ладно все. Ну, гудбай. Ну, побежал Милки Вэй кушать. А то опять замутит мух. И придется мне памперсы менять. Пока.